Итак, всем привет! В сегодняшнем видео, как вы уже поняли из названия, речь пойдет о моем заказе и фраше. Это мне пришло очень быстро, через 10 дней где-то забираю его, естественно, на почте. В общем, я решила использовать по максимуму все скидки, в основном 2 по цене одного, конечно же, я использовала 50% и 40%. По-моему, вот так вот. Очень выгодное было. Мне тоже пришел каталог. Я отдала его сестре, чтобы она заказала тоже по такой акции. Только он мне пришел уже по почте второй раз. Тоже по почте. И там был как раз номер заказа. Как сказать, вот его вводишь, тебе дается определенный номер клиента, и ты делаешь, в общем-то, заказ. В этот раз я тоже заказала, и тем более были такие подарки, на которые я, в общем, покупаюсь. Этот раз самый мой, наверное, большой заказ за все время, которое я заказываю и фраше, 2000 мой заказ. Большое такое было предисловие, поэтому давайте приступим разбирать мой заказик. Вот у меня коробочка стоит рядом. Первое, что я заказала, это лосьон соус для ног от и фраше. Я его уже заказывала, поэтому второй раз заказала по скидке 50%, не задумываясь, потому что это мой любимчик как раз на лето, на весну. Это будет супер средство, которое охлаждает ноги, снимает усталость. И у него, кстати, текстура, которая мне нравится, быстро впитывается и не липкая. То есть это лосьон, как сказать, лосьон-гель, но это не крем. Я не могу терпеть кремовые текстуры. В общем, хороший запах такой приятный, мятный. Эвкалиптовый, очень хороший запах. Тут каштан есть. Что я еще заказала? Заказала по совету сестры вот для ног такой гель. Гель антиусталость. Сравните, по сравнению с этим очень маленький, но это только для стоп. Важно то, что когда вы мажете ноги вот такими охлаждающими гелями и избегаете стопы, то эффекта может быть и не быть, потому что прежде всего нужно охладить стопы, и потом уже эффект будет более сильный. Это с лавандой, пахнет более так освежающе, потому что тут ментол. Этот гель, думаю, мне тоже пригодится. Вот такая парочка средств у меня приготовлена на лето. Стоит, если без скидки, 350 рублей. Так, у меня вышел предыдущий уход с усталостью, он стоит 620, у меня вышел по 50% скидке, то есть 310 рублей. Скажу, вот 620, это, конечно же, не дешево на такой крем, ну, лосьон, но мне он хватает на все лето, поэтому пользуюсь я не особо так часто, поэтому, в принципе, за 310 это нормальная цена. И вот охлаждающий гель для ног, он стоит 350 рублей. Мне вышел в 210 рублей, тоже вот 210 рублей для такого маленького пузырька, сколько тут миллилитров, 50 миллилитров, тоже я считаю многовато, но так как мне вышло со скидкой, очень даже хорошо. Я еще хотела сделать после этого второй заказ, но все-таки как-то удержалась от этого, и там тоже 50% на какие-то определенные продукты, но они мне, как оказалось, были не нужны, поэтому я решила остановиться на этом заказике и как-то до лета сказать себе стоп, если, по крайней мере, там не будет каких-то интересных штучек. Дальше, что я себе заказала? 2 по цене одного лосьоны, которые я для себя открыла благодаря Наде Филатовой, у нее канал Нивея. Вот такие лосьоны от и фраше. 2 лосьона, потому что они самые дорогие. Я как решила, что 2 по цене одного, я куплю самое дорогое, что есть из моего, как сказать, заказа. Он стоит 991, мне вышло 2 за 990. В общем, я думаю, что это очень выгодная покупка. Вот у меня третий лосьон, который я первый раз заказывала, пользуюсь им. Мне нравится то, что он липкий. Конечно же, запах у него на любителя, такие специи. Но он снимает отеки. Вот я использую вот это именно для этого. Думаю, летом эффект будет более очевиден. Запах, конечно же, да, на любителя. Ну и по совместительству, как там действуют его основные вещества. Кофеин, зеленый кофе, индийский каштан. В общем, я думаю, для вен это тоже хорошая штука. И еще вот не в этот раз я заказывала. Тоже могла бы выбрать вот моделирующую сыворотку. Но я вот думала, либо два этих закажу, либо два этих. Но так как у меня один еще не раскрытый, и я не знаю его эффект тут с мангостином, решила не заказывать пока. Когда попробую,
может быть, потом решу. Поэтому вот у меня такой запас средств, вот это уже подходит к концу. Поэтому данная покупка очень выгодная. Вот. Такой бальзамчик с орехом макадами, по-моему, да. Обычный, беленький, пахнет ванилью. Заказала как на замену своему бальзаму от Avon, стоит он 100 рублей. Такой же, как мне кажется, единственное, что очень удобная крышечка, которая не отвалится, не откроется. А по действию, мне кажется, он даже лучше, чем Avon-ский, потому что чувствуется вот такое питание, увлажнение, насыщение. И последнее, что я заказала, это была вот такая кисточка. Это растушевочная кисть, она из натурального, по-моему, козьего ворса. Я ей уже пользовалась, вот она вот так выглядит. Вот козы у нас, поэтому кисть должна быть из козлинки. Я это ставлю. Ни один волосок пока у меня не вылез. У нее ручка деревянная. Совершенно простой лаконичный дизайн. Давно я хотела попробовать какую-нибудь кисть из Ифраше. И вот когда предоставилась мне такая возможность, вот такие скидочки там были, я решила, что обязательно, ну, что-то же надо как-то заказать, добрать заказ, потому что больше мне ничего не хотелось. И я решила попробовать эту кисть. Она кисть для растушевки теней называется, стоит 390 рублей. И она мне вышла без скидки, тоже 390 рублей. Хотя странно, почему она мне вышла без скидки. В принципе, 390 рублей для кисточки натуральной, это, согласитесь, не так-то уж и много. Очень мне понравилось, как она растушевывает в такую легкую дымку. Конечно, не знаю, как она себя дальше будет вести, как вот волоски тут распушаться или не распушаться. Но я думаю, если что-то с ней будет, то вторую заказать не составит труда. Очень качественно сделано, вот тут ничего не крутится, не отцепляется. Просто очень хорошее исполнение. Я довольна этой кисточкой. Первый подарок — это вот такая баночка геля для душа. Тут с малиной, хотя я не... когда я вроде бы выбирала из трех гелей для душа, я выбрала земляникой. То ли я перепутала по картинке, что не такой, но, по-моему, я ждала земляникой, что мне придет. Пришел с малиной. У меня есть маленький парфюмчик такой с ванилью. Ой, с какой ванилью? С малиной. С малиной, и в принципе пахнет так же, ну не знаю, конечно же, малина не натуральная, она дает немного химозинкой, но как гель для душа, в принципе, думаю, очень хорошо у меня пойдет, тем более такие запахи еще я не пробовала. Конечно же, не обошлось дело без пробников, хотя пробники, когда я заказывала по вот этой рассылке, там нельзя было выбирать пробники, мне их, я думала, не пришлют, но мне просто они сами на свое усмотрение, как я поняла, положили вот эти пробнички. Это крем новый, у них новая серия, Serum Vegetal, это... дневной уход от морщин и для выравнивания поверхности. Надо попробовать для выравнивания кожи. Мне как раз то, что надо. Вот так он выглядит. И другой — это тональный крем. Я так понимаю, это новый у них тональный крем, который летний вариант, он сияющий. И я смотрела на него долго. Вот, кстати, присылают они постоянно оттенок беж 200. Я натыкалась на него на сайте. Это... Glow Foundation, то есть сияющий тональный крем. Пробник аромата, кедр лайм. Вышел этот аромат. В принципе, запах такой типичный мужской аромат. Я не вижу никаких различий между ними. Ничего особого завораживающего такого нет. Вначале чувствовалась нотка лайма, прям такая кислинка. Мне понравилось. Но вот сейчас типичный мужской одеколон какой-то. В общем, мне не нравится этот аромат, дешевский, поэтому не советую его покупать. Это набор вот таких косметичек, он был у меня именно в рассылке. Так, первая косметичка, сейчас начну с самой маленькой. Это вот такая плоская, она, видите, на липучке, и тут два отделения есть. Очень, думаю, мне пригодится как раз. Такая тоненькая маленькая косметичка. Но, правда, вот эта белая поверхность, мне кажется, это непрактично, потому что у меня все обычно замазывается тональными кремами, потому что я руками наношу, руками беру, и вот боюсь, что тут будут пятна, поэтому думаю, что для декоративки его не стоит будет мне использовать. Такой контейнер. В
таком виде. Сюда будет удобно складывать всякие крема. Вот, например, по высоте не подходит. Ну, найду, что сюда сложить. Это как бы набор такой походный вариант для путешествий. Набор сумок или косметичек. Может быть, кому-то вот такая косметичка нужна, не знаю. Эта сумка как бы тоже для походного варианта. Сюда вы складываете все вот полубуки, сумочки. Вот такая она такого размера. Ручки, конечно же, подразумевает, что в них сюда только можно складывать что-то тряпочное, иначе они не выдержат. Тут боковой карман. И интересные вот такие карманы прозрачные. Тоже не знаю, что в них можно сложить. Он только с одной стороны. Внутри. Вот она еще так шуршит. Внутри ничего нет. А, есть вот такая подкладка под новый набор косметичек, но состоящий из двух сумок. Дорожный набор. Я так буду. Дорожный набор сумок они называются. Первая маленькая такая сумочка. Она мне понравилась. Вот цвет. Самое главное, мне понравился. Очень классный цвет. Ручки, конечно же, не знаю, они не сочетаются, мне кажется, с этой сумкой. Внутри все очень просто. Тоже косметичка. Мне много чего есть сложить, иначе у меня все будет так стоять в коробках и образовываться склады. Поэтому мне есть что куда складывать, и сумки у меня улетают быстро. Вот такая сумка. Я очень удобно брать ее для покупок. Тут ручки, как вы видите, уже не такие, поэтому можно в нее наложить что-то более весомого. Здесь вот такие карманчики с такими завязочками, тоже непрактичные, потому что, извините, что в них можно положить, когда у нас все вытаскивают из сумок, не только открытых карманов, а закрытых. Внутри вот так вот тоже ничего нет, и дна, кстати, тоже нет. Она внутри чем-то обработана, тоже как и вот эта оранжевая сумка. То есть если сверху вот такая хлопчатобумажная, то внутри он чем-то обработан, поэтому она вот так вот шуршит. Все вам показала. Всем спасибо за просмотр. До новых встреч и пока-пока.